мире, огромном мире, что менялся без конца с первых дней своей истории. Нет никого, кто бы вел людей, лишь только тот, кто управляет всем, только тот, кто управляет всем. Ни один земной правитель старается и не трудится ради нужд человечества, и людей никто из них в светлое будущее не приведет, и от неправды мира этого не освободит. Бог оплакивает будущее всех людей. Печалится он, когда люди не знают, что дорогой идут, что дорогой идут, с которой возврата нет. Восстал человек, сердце Богу разбил. Люди идут путем идет. Кто остановится и почувствует гнев Бога, кто стремится угодить и приблизиться к Нему, где тот, кто хотя бы мельком увидит Божью печаль или попытается понять, какую боль чувствует Бог. Даже когда слышали, как он зовет, они настойчиво продолжали идти путем, который уводит их от Божьей милости, истины и взгляда его. Они охотно продаются сатане. Кивает будущее всех людей, как он скорбит о падении их, как печалится он, когда люди не знают, что дорогой идут, что дорогой идут, с которой возврат. Человек сердце Богу разбил. Люди идут путем сатаны, и никто не остановится, чтобы увидеть, куда этот путь, куда этот путь их ведет. Как же Бог поступит с тем, кто стоит на своем и отвергает его? Знайте, что за его зовом и увещеванием придут невыносимые беды и катастрофы. Это наказание не только для плоти, но и для души. Какой гнев Бога грядет на тех, кто отверг его план и не слышит голос его. Это гнев, которого не видел человек. Это не
горячее желание спасти людей. Бог оплакивает будущее всех людей, как Он скорбит о падении их, как печалится Он, когда люди не знают, что дорога идут.